Проведем социальный эксперимент. Да. Ты у нас уже взрослая. Сегодня ты заболела. Да. В садик не пошла. И пошла. Сегодня у нас такой день, что мы с тобой вместе остались дома, да? Да. Ну, не считая Гаврюши. В общем, будем проводить социальный эксперимент. Да. Папа выскочит на магазин ровно на 5 минут. А Кирусик целые 5 минут или даже 10 будет самое главное одна в квартире. А папа сам откроет двери? Конечно. Но смотри, могут прийти волки, позвонить в домофон и представиться там почтальоном, какой-нибудь тетей, никому не открывать. Я скажу, алло, это не то, там нету никого, это просто домофон отвечает. И никому не открывать двери. Ага. На балкон не выходить. Окна не открывать. Да. Вести себя послушно. Ага. Мы с тобой нос закапали, потом промыли, потом опять закапали. Ты выпила таблетку, а вторую таблетку? Да. Мы молодцы. Да. В общем, я думаю, тебя можно одну оставить с мультиками и с Гаврюшей. Тебе хочется одной А остаться если дома? стирка уже достирала? Это не стирка, это микроволновка. Тебе хочется одной дома остаться? Да. Попробовать? Да. Да? Второй раз. Второй раз? Первый. Первый? Ну хорошо, мама такого с тобой не проводила, да? Проведем социальный эксперимент? Хорошо, давай. Давай пять. Фон? Потому что я боялась, что это бомжи были бы, или кто-то из плохих людей, или волки, которые хотели мне скушать. Попробуем еще Ты раз. Ты не знала, кто звонил? А это оказалось папа. Ну это сейчас оказалось. Но ты же не знала. Я не знала. Меня не было ровно 4 минуты. Ты с чем тут занимаешься? Ты что, переоделась? Да. Пока меня не было? Да. Никто не звонил? Звонил, но я не отвечала. Это ты молодец, но я же тебе запретил с хозяйственность свою проявлять. Готовить, к воде лезть запретил. Что я тебе еще запретил? Огонь разжигать. Да. Зачем ты накручиваешься? Ну, чтобы волосы были накрученные красивые. Эх ты! Ты вот тут сидела и даже не заметила, как волки приходили. Они тебе телефон принесли, на зарядку поставили. Заметила? Нет. Ты тут сидела, волки ходили, и ты их не видела? Не видела, я просто пошла, переоделась в моей комнате и пришла сюда обратно мультики смотреть. В общем, ты послушная. Да. Единственное, мне не нравится вот это, вот что ты заплела. Теперь не вытащить. Волосы придется резать. Вот Короткие здесь будут. вот, вот просто вот здесь вот отрежь. И что, будут короткие? Пожалуйста. Нет, давай распутаем. У тебя красивые длинные волосы. Хорошо, давай распутывай. Распутываю. Но ты больше не хозяйственничаешь, ясно? Ну, то, что носочки не сняла, то молодец. Распутали твои волосы. Да. Ну, что ты мне тут рассказываешь? Почему в пижаме не ходишь? Ты же болеешь. Ну я ведь девушка. И что? А девушки не могут только в пижамах ходить. Ты сегодня болеешь. Ты целый день должна в пижаме ходить. И в носочках. Снимаю. Да? Окрасилась зачем? Я не красилась. Ну, накручивалась зачем? Чтобы волосы были красивые и накрученные. А без этого никак. Никак. 4 минуты меня не было. К тебе уже звонили, волки приходили. Ты тут уже волосы хотела резать, да? Ты мне что сказала? Я просто не нашла. Ножницы. А так бы что сделала? Порезала их. Кого? Волосы? Ну, конечно же, я их не резала бы. Но ты же хотела порезать, Ну. потому что запуталась. Давай наденем пижамку тепленькую. Ну, Давай. мне можно рукава
надеть сверху вот этой кофты. А ножки будут холодные, и меня завтра мама будет ругать. Даже сегодня. Давай ты будешь слушаться, давай. Угу. Наш социальный эксперимент подошел к концу. Ты никому не открыла, но чуть-чуть побаловалась, да? Угу. Наказывать тебя за это? Нет. Нет? А что? Понять и простить? Угу. Всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.